програмі навчимося доглядати за саджанцями яблунь. Реанімуємо края старих меблів. Поговоримо про здоров'я хребта та вивчимо вправи на його укріплення. Многие звонят и спрашивают, что происходит с яблонями. Вот. На них такие вот красноватые пятна, и они такая нездоровая кора. Нездоровый саженец, как даже она немножко пропадает. Они уже в развитии их на 50% сократилось. Это следы щитовки. Когда вы видите, например, яблоко, на яблоке красные пятна, это щитовка. Она в стадии бродяжки, то есть молоденькая, она мягкая. Хорошо работают по ним химикаты. Но если уже они покрылись панцирем, то химикаты не пробивают этот панцирь. Как панцирь на черепахе, такая она жесткая становится, даже химикаты не берут. Что необходимо сделать? Нужно обработать, очень хорошо берет ее маспилан. То есть обработать сейчас, в май месяц, когда выводится новое молодое поколение, чтобы успеть, если оно, в принципе, оно на многих растениях, эта щитовка есть. На хвойных, на лиственных оно пробивается все. Когда она в стадии бродяжки, чтобы вы обработали, побрызали их, и тогда они, вы избавитесь от нее. Второе где-то поколение выбрасывается вот в августе. То есть вы в августе тоже обработать ими, чтобы не было вот этих повреждений коры. Потому что даже вот срезаем ее, пробуем, она там, видите, сама сердцевина, вот, она не белая, она такая вот, темновато чуть-чуть повреждения. То есть лучше такие побеги вырезать на дереве. А у вас дадут молодые побеги, будут здоровые, хорошие. Многие сталкивались в своей жизни с проблемой, когда хороший новый стол немножко приходит некрасивый вид. Обламывается кромка торцевая, бумажная, отклеивается, вот как в этих местах. И дома это можно сделать небольшими усилиями и довольно-таки просто и легко. Сейчас я вам это покажу, как нам исправить такую ситуацию. Нам понадобится утюг. Нам понадобится наждачная бумага, нам понадобится бумажная клеевая кромка, которую можно купить в хозяйственных магазинах или специализированных магазинах, где изготавливается корпусная мебель. И также нож. Первым делом, что нам нужно сделать для того, чтобы убрать старую кромочку, это взять электрический утюг, нагреть его, нагреть до средней, немножко выше температуры. То есть температура, чтобы была немножко выше средней. Нагретый утюг прикладывается к кромке. Клей, который находится под ней, разогревается. И она очень легко начинает отходить. Когда вы убрали кромку старую, которая уже поломалась и пришла в негодность, вам нужно взять наждачную бумагу. Для более лучшего удобства зачистки ровной поверхности ее лучше, конечно, набить на брусочек. И наждачной бумагой зачищаем остатки клея, которые остались. Берем бумажную кромку и сразу отмеряем кусок, который нам нужно. И первый край зарезаем, делаем ровный срез, чтобы он ровно прилег на место, где будет клеиться. Эта бумажная кромка проклеена с обратной стороны. Здесь термоклей, который при разогреве примет свои свойства и приклеит нашу кромочку к ДСП. Поэтому больше клея или какие-то другие дополнительные вещи, затраты нам не нужны. Подставляем кромочку, хорошо прогреваем утюжком, чтобы наш клей растаял. Проводим и проглаживаем. Также это можно делать при помощи строительного фена. Но когда у вас ровная поверхность, утюгом это делать намного удобнее и быстрее, чем феном. Все, мы проклеили кромку. Теперь перчатками проводим, прижимаем ее, чтобы она хорошо прилягла,
И взял обычный острый нож. Обрезаем край кромочки. Держать лезвие ножа по периметру части, чтобы вы просто не повредили часть ламината, которая будет с краем. Нужно будет наждачкой зашлифовать вот эти углы для того, чтобы сгладить и убрать все неровности. Бывает такое, что нецелесообразно менять всю сторону на столе или на вашем каком-то изделии. Можно поменять небольшую часть. Сейчас мы просто вырежем небольшой кусочек, новой кромочкой заклеим именно такую небольшую часть. Вот довольно за короткое время и приложив небольшие усилия, мы получаем хороший вид нашего любимого стола. Мы сегодня с вами поговорим о здоровье нашего позвоночника. Позвоночник, он есть основа нашей осанки, основа вообще нашей жизни, да, так говорят. И мы поговорим о том, о мобильности позвоночного отдела, как привести в норму положение каждого отдела позвоночника, грудного, шейного и поясничного отдела. Человек каждый день ходит, и под весом силы тяжести его позвонки компрессируются, то есть вот так создают компрессию и как бы друг на дружку садятся. Для того, чтобы увеличить мобильность позвоночника, чтобы не болела спина, либо не было боли в грудном отделе, нам нужно ее немножко вытянуть. Потянуться, вытянуться и потом укрепить силовыми упражнениями. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим небольшой комплекс. Подойдет всем, даже начинающим. Он не травмоопасный. Самым безопасным способом упражнений для вас будет являться положение на четвереньках. Упражнение с детства называется «Кошечка». Вы можете сделать прогиб, округляя спину, и посмотрим себе на пупок. И на вдохе мы потянем руками пол чуть на себя, прогнемся в грудном отделе и посмотрим перед собой. Здесь будет выдох, а здесь будет вдох. Руки прямые, локти дотянутые, выдох и вдох, выдох и вдох. В этом упражнении вы постепенно будете вытягивать позвоночник от макушки до копчика. Повторяем не менее 15 раз. Если вы хотите более глубоко вытянуть позвоночник, вам нужно стать в Адха Мукха Шванасану, в йоге так называется асана, либо же собака мордой вниз. Вы вытягиваете ладошки, ложитесь и ставите ладошки. Затем, приподнимая таз, не смещая ладони и ступни, поднимаетесь вверх. Если у вас грудной не сильно раскрыт, тогда присогните колени и подтянитесь ягодицами вверх, а макушкой вниз. При этом плечи отведите от ушей, потянувши лопаточки к тазу. И в этом положении, стягивая пятки к полу, а макушку вниз, сделайте несколько дыханий, постепенно дотягиваясь пяточками в пол, а макушкой вниз. Не забудьте развернуть плечи. В этом положении следите за ощущениями в голове. Если она у вас начнет кружиться, либо вам тошнит, вернитесь назад и поднимите голову вверх. Следующее положение – динамическая виньяса, называется так упражнение в йоге. Мы становимся, ладошки, пальцы раскрыты, плотно прижаты к полу, лопатки разведены в стороны и к тазу. Отводим правую ногу назад, поднимаем ее параллельно полу. Не разворачивайте бедро, не делайте так, сделайте так. На вдохе потянитесь пяткой вверх, а на выдохе, как в кошке, подтяните колено ближе к груди. Вдох и выдох. Обратите внимание, что таз и грудь двигаются одновременно. Грудь уходит вниз, таз направлен вверх. И наоборот, таз уходит вниз, грудь вы выталкиваете вверх. Для усложнения добавьте левую руку. Не тянитесь плечом, оттяните немножко плечом ручку назад, для того, чтобы плечевой был в одной линии. И на вдохе потянитесь ногой назад пяточкой, а пальчиками руки левой вперед. И выдох ближе к груди. Вдох и выдох. Вдох и выдох.
и затем останьтесь в статическом положении на несколько дыханий. Дотягивайте пуп выше в потолок, внутрь и держите. Для мобильности грудного отдела позвоночника сделаем следующее. Сядем на колени, носочки подвернем и тазом сядем на пятки. Вытянем руки вперед, не тянитесь сюда плечами, раскройте снова лопатки, потянитесь ими к тазу. Ощущение будет постоянного вытяжения. Вверх вы вытягиваетесь макушкой, вперед тянетесь пальчиками, а назад тянетесь лопатками. И на вдохе мы поднимаем руку вверх, опускаем лопаткой плечо, разворачиваем в одну линию руки и начинаем уводить сначала ладонь, затем плечо и дотягивать грудь в одну линию. Постарайтесь остаться в одной линии, потянув пальцы вперед и назад. Выдох. Вперед, вдох. Выдох. Вперед, вдох. Следите глазами за рукой. Выдох. Вперед, вдох. Выдох. Вперед, вдох. Для усиления вытяжения останьтесь в статическом положении на несколько дыханий. Разворачивайтесь, удлиняйтесь за руками и дышите, одновременно дотягивая плечо и грудь в правую сторону, за правой ладошкой. Вернитесь вперед. Если вы хотите усилить вытяжение, тогда нужно опуститься вниз, прижать ребра к бедрам, вытянуть ладошки. И сделать то же самое, но при этом не отрывая ребра от бедер. На вдохе правая рука вверх и скручиваемся. За правой рукой смотрим, таз сидит на пятках и возвращаемся. Левая. Выдох. И вдох. Вернуться. Правая. Выдох. И вдох. Точно так же для усиления вы просто прижимаете ладонь, толкая пол ладошкой вперед, и вытягиваете за рукой, замираете на несколько счетов. Не забудьте дышать. И возвращаетесь, отдыхаете, выдох. Для того, чтобы сделать мобилизацию поясничного отдела, вам нужно шагнуть левой ногой вперед, оставив правую согнутую в 90 градусов. Вытягиваем руки в стороны. И на вдохе, не делая наклон, а вытяжение по левой стороне, потянитесь ребрами вверх. Вдох и вернитесь, выдох. Вдох в правую сторону и вернитесь, выдох. Держите руки в одну линию и тянитесь и вверх рукой, и вниз. Выдох и вдох, выдох. Затем уведите руки вперед, сделайте сгибание, разгибание в тазобедренном. Мы уходим левым коленом вперед, отталкиваясь правой ногой, и возвращаемся, выдох. Делайте аккуратно, следите за ощущениями в поясничном отделе и удерживая чуть собранным живот, на вдохе вдох, а вверх выдох, вдох, а вверх выдох. Если вам здесь легко и вы хотите усилить немного упражнения, поднимите колено и останьтесь в статическом положении. Позе воина 1. Опускайте плечи, тянитесь ладошками вверх и макушкой, а правой пяткой стягивайте к тазу, выравнивая полностью правое колено. Ноги будут сильными, спину держите лопатками. Несколько дыханий от 3 до 5. Когда вы будете делать каждое упражнение, очень важно дышать. На вдохе у вас должна раскрываться грудь, на вдохе раскрытие грудного, а на выдохе наоборот закрываться. Поэтому мы сейчас соединим все упражнения и сделаем этот комплекс.